Дорогие подписчики, всем здравствуйте. Ты так официально начала. Я думала, будет обращение. Обращение, да? Президента. Всем привет. Фью-фью-фью. О, это игра. Или фильм. Это фильм. Паркур. Руферы. Рыбаки. Паркур, руферы, рыбаки. О, это интересно. Это Стамбул, я тут была. Турция, Мараба. Ты предупреди, что ты не родом оттуда. Здесь их прям так много. Это, о. Выглядит прям как клип. Ну, очень стильно и классно снято. Я не могу на это смотреть, как они по краям крыш бегают. Вот. Вот это вот еще вроде небольшое расстояние такое. А все равно сердечко трепещет. Да. А когда они вообще через огромнейшее расстояние прыгают, это страшно. Еще и люди, понимаете? Обалдеть. Класс. Ну, это, кстати, очень хороший навык именно в Турции, потому что там очень много людей. И в какой-то момент именно так и хочется передвигаться там. Это просто вообще... Как красиво. И у меня так это, ностальгия. Обалдеть. Они безбашенные просто, вообще, это да. Так круто. Просто у меня шок. Сейчас прыгнуть сюда? Да ну нет. Прикинь, шок у людей. Обалдеть. Вообще. А дальше вот просто какие действия они будут? Сейчас до следующего моста доплывут. Кайфовать, что дальше еще делать? Нет, в смысле, дальше куда я побегу? В море? Нет. А, типа двое там, двое там. Блин, крутая у них компашка, конечно. Вообще. Прям. Крутая компашка. Они могли бы быть хорошими преступниками. Да, кстати. Откуда ты знаешь, что они преступники? Такие ловкие. И знаете, так все легко делают, как будто бы, ну, это да. Типа повседневность. Mm-hmm. Вот бы им усилий не надо, да, никаких прикладов? Да, просто вышли прогуляться. Вот. Перепрыгнул с одной яхты на другую. Всего лишь с моста сиганул, все нормально. Каждый день такое дело. Офигеть. Как они такие длинные расстояния прыгают, так страшно. Это нам кажется такое вроде, ну, не такое масштабное расстояние. А я думаю, что если бы мы находились там, мы бы офигели. Высоты, расстояние, это прям жесть. Вообще. Блин, они очень крутые. Угу. И красиво уехали. Это, похоже, название их команды. Это скорее, команда, да. Да. Атлеты. Обалдеть.
так стильно снято, интересно, прям как клип реально какой-то. И ребята, конечно, просто невероятные. Им огромнейший респект. Огромнейший. Выглядело просто. Это очень-очень прям как-то слово, захватывающе. Впечатляюще. Mm. Вообще слов нет, одни эмоции реально. Но. Мне кажется, если бы я была в жизни на них смотрела, я бы там вообще под землю ушла от своих переживаний, как они вот пожалуйста, не делайте этого. Что... На мосту они прыгают. Да. Да. Потому что когда там кто-то здесь, ну, вот, выполняет какие-то трюки, я не могу, мне страшно, все. Это вообще... Сердечко ёкает. Сильно. Ёк. Короче, нам очень понравилось. Очень понравилось. Очень мощные, очень, да, очень захватывающие вообще вот это. Паркур — это мощь. Офигеть! Нет, класс. Мы надеемся, что вам понравилось, и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Да, советуйте, какие, может быть, еще банды, команды паркур нам посмотреть. Всем спасибо. Пока-пока.